Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер51Рус. Значит, сегодня посмотрим видосик Мафия 3. Игрулька вышла, сейчас скидочки в стиме новогодние. Сразу скажу, ребята, игрушка очень мощная. У кого 32-битный, битная система стоит, вообще не подтащит. Нужен очень мощный проц, оперативка, видюха. То есть читайте сразу, если кто надумает покупать. Значит, читайте требования системные игры. Очень жестко, короче. И у меня вот комп мощный, но все равно пришлось тут немножко попустить, чтобы ее завести. Давайте заведем, посмотрим, что к чему и почему. Значит. И ничего не получается. Походу, наверное. Значит, вот все-таки, ребята, игра запустилась. Конфликтует у меня с экшеном немножко. Значит, ну, в принципе, графику я поставил на максималку полностью. Значит, давайте поглядим, на что это все похоже. Ролик буду первый, наверное, который заставочный будет идти с музыкой, наверное, будет идти там блокировка монетизации, то есть поэтому я его сейчас запишу отдельно, закину на канал, значит, и потом уже продолжение самой игры, уже начало, самое начало, то есть я запишу первый ролик вступительный, да, вот, записываю первый вступительный ролик. Потом я его конверчу выкладываю и сразу же, вот, как только на паузу я нажимаю, получается, я пишу следующее видео, и будет у меня следующее видео уже сразу как после паузы продолжение. Давайте начнем. Так, уровень поставим, сложности поставлю, а, ребята, высокий не буду, это прям пипец будет полный. Помощь прицельник, конечно, высокий поставим. Значит, и посмотрим, что к чему и почему. Уж все там ее хвалили, перехваливали. Я не знаю, до какой степени. Ну, одно скажу, раз системные требования мощные, как бы, я думаю, что игрушка должна быть, в принципе, неплохой. У многих проблема, покупают, не могут ее запустить. Читайте, ребята, это все можно найти в интернете. Я вот через Яндекс все вопросы написал и победил всю эту проблему, как бы, в течение, наверное, минут 20-30 я ее завел. На. Ну вот, давайте, ребята, смотреть ролик. A modern city with traditional southern values. I underestimated how far he was going to go. What he was willing to do. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our five-star restaurants. Killing them wasn't enough. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe. Family-oriented farm. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Ну вот, ребята, ролик прошел. Не до конца еще, оказывается. He stayed at the orphanage until 1958. Well, when did you meet?
Lincoln Click, 1966. I was running Black Ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He's a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Старый Обама. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approve. But often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, they're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money, and he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. Breaks my heart. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Так, ну и вот, ребята, ролик прошел. Первая миссия. Сейчас я ставлю на паузу, значит, и тут же начинаю писать второе видео, чтобы как бы имели представление начала. Начало игры, значит, еще раз повторяю, ребята, обзор игры Мафия 3, новая игрулька вышла, сразу хочу предупредить всех, кому интересно, ребята, в Стиме до 2 января идут глобальная распродажа игрушек вообще, большие скидки, Спинтайрес тот же самый, там стоит, по-моему, 320 рублей, вот пока скидка идет новогодняя, так что успейте купить его до 2 января. Чем скорее, тем лучше, я думаю. По крайней мере, это адекватная цена для спинки, как бы. Поэтому всем советую, кто фанат. Значит, ну, естественно, смотрите, мониторьте там. Я думаю, что скидка будет по процентовке меняться, как бы, до 2 января. То есть, возможно, не ждите, что что-то подешевеет. Берите, как бы, сами по карману, что вам лучше. Если все равно как бы дорого, то уж тогда не берите, нету денег, то уж тогда участвуйте в розыгрышах, и вам наверняка повезет. Подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте лайки, значит, в группе, увидите помощь в группе каналу справа, значит, над разделами ссылки, значит, у кого есть возможность, я надеюсь, что сможете внести какое-то пожертвование для развития канала и группы, чтобы мы могли мы опять же писать обзоры для вас, покупать какие-то игры для розыгрышей, потому что как бы со своего кармана тоже, знаете, лучше с миром по нитке, по 10 рублей накидали и в итоге набрали на игру и разыграли в группе игру. Так что вот. Всех, ребят, с наступающим. Мониторьте скидки. До 2 января будут скидки в Стиме. То есть, смотрите, кому что нужно. Опять же, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Всем удачи и всех наступающим. С вами был Драйвер 51 Рус. И сейчас буквально после этого ролика начинаю писать второй.